Активісти Дніпропетровська проти Максима Романенка. Під будівлю Дніпропетровського окружного адміністративного суду, що розглядає резонансну справу екс-виконуючого обов'язки міського голови щодо поновлення його на посаді, вони вийшли на акцію протесту «Ні реваншу партії регіонів». У результаті виламані двері та заяви судді, який веде цю справу, про самовідвід. Подробиці від Олени Литвиненко. У 8:30 під будівлею Дніпропетровського окружного адміністративного суду зібрались міські активісти. Однак засідання, призначене на 9:00 ранку, розпочалось із годинною затримкою з невідомих причин. Усі інші 52 засідання, заплановані на сьогодні, відмінили. Суддя Степаненко, який справу Максима Романенка за графіком повинен був розглянути за 15 хвилин, увійшов до зали засідань після 10-ї години. Журналістів та активістів на відкрите засідання не пускали невідомі люди без документів, які пізніше назвалися друзями судді. Це дідусь Романенка. 100% я вам говорю, які били людей. Встановіть факт їхній. Я працював керівником фірми «Арес». Це фірми якої? Я працював директором фірми «Арес». Ну, якщо у вас немає... Послухайте, давайте заслужаємо уважаємо суддів. Да, ну, вони працювали охоронцями. То есть ви поставили під опасність фактично всіх представників сторон в судебному засіданні, тому що в залі судебного засідання знаходились три чоловіка, які не є ні сотрудниками суда, ні учасниками судебного засідання, і були з оружием. Возможно. Ви мене запитуєте, чому почалось засідання там на годину, на півтори пізніше? Зрозумійте, йдеться вирішення конфлікту. Громадськість вимагала самовідводу судді. Свою вимогу пояснювали тим, що суддя Степаненко не може розглядати справу, адже має з позивачем Максимом Романенком спільні бізнес-інтереси. Зина Романенко, який був учредителем компанії, де Степаненко був директором компанії. Є підтверджуючі документи по цьому факту. Витягти з реєстру з мокрими печатями, щоб ніхто не говорив, що це піддельно. Сьогодні судове засідання проводить суддя, який розіграли рулетку, скажімо так. Сьогодні було подано три іска в адміністративний суд. З трьох ісків один із ісків попав на суддю Степаненка, який являється на сьогоднішній день суддею. От, до цього він працював в нескольких компаніях і нескольких конторах, які принадлежали господину Вілку, господину Романенко. Тобто це певні дані, які вже є підставою для самовідводу. І суддя, напевно, мав би заявити самовідвід, ну, щоб не турбувати громадськість. Однак намагалися почати судове засідання в дуже маленькій залі, в якій не було місця навіть нормально для журналістів. Більше того, зібралося досить багато громадськості, яка так само хотіла приймати участь і скористатися своїм правом бути на відкритому судовому засіданні. Повернувшись після перерви, суддя оголосив про самовідвід. Ухвала за наслідками розгляду питання про відвід окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду прийнято за наслідками розгляду справи. А от ці кремезні хлопці, які назвались друзями судді, документів, які б засвідчували їх особи, так і не надали. Пообіцяли, що їх привезе адвокат. Мой товариш – це суддя, і він боліє діабетом. Він беспокоївся, що його будуть збивати тут. Все, я присутствував, просто знімав. Он меня попросил, я взял на работе отгул, приехал помочь. Возьми кого-то с собой, Жорка. Для встановлення осіб та огляду охоронців судді Степаненка відправили до жовтневого райвідділу міліції. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу. І більш детально на продовження цієї теми будемо говорити із гостем студії. Вітайте, Олексій Салкоч, він депутат міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Тільки що осмотрели ми з вами вместе сюжет. Я знаю, що у вас є некоторі нові подробності, вірніше, більше подробності, да, чим прозвучало в сюжеті. Прокоментуйте, будь ласка, спочатку ход засідання, його начало, його результат. Ви знаєте, ми, як депутати, добрий день всім слухателям. Зрителям, я хотел бы сказать, мы как депутаты городского совета, я в частности являюсь одним из замов руководителя группы
Единый Днепропетровск, на сегодняшний день присутствовали на этом судебном заседании. У нас было около 16 человек. Мы хотели бы посмотреть на прозрачность, как будет проходить суд в административном суде. Но, к сожалению, судья не захотел проводить его вовремя, искал какие-то поводы для того, чтобы затянуть паузу. Сначала он думал, что будет проводить, потом он говорил, не буду проводить. Ну, какие-то были непонятные вещи. Когда адвокаты заявили, когда адвокаты заявили ходатайство о том, что сегодня вы есть заинтересованные особы, сделайте, пожалуйста, самоотвод, потому что есть подтверждающие документы, есть все. Он очень долго совещался, непонятно с кем. Потом судебное заседание в зал вышел с, мы видели сюжета, три молодых человека, которые принадлежат сегодня компании Вилкула и компании Романенко, которые охраняют этого судью или давят на этого судью. Там тоже непонятно по этой ситуации. Или они заставляли его выносить решение, то, которое надо. Ну, мы так и не узнали по этому вопросу. После того, как этих работники милиции задержали, судья говорит, я согласен сделать отвод, я согласен сделать все. Слава Богу, что я вот остался. Я так понимаю, что там было какое-то давление или обязательства, которые были заранее сделаны до этого. Почему я так думаю, почему обязательства, почему судья так себя вел до этого или после этого? Ну, я могу сказать по-другому. То, что руководитель этой компании, Романенко, Вилкул, давние схемщики, которые сегодня... по большому счету, городского бюджета, и у наших с вами, и у вас, и у меня, в частности, и у людей, которые сегодня живут в этом городе Петровске, украли очень много объектов, и этому есть подтверждающие факты, как они это делали. Слушайте, это делается у меня сразу вопрос, а вот у нас так можно, да, вот давить на судью, там, начните, не начните, а смотрите, хотим, есть, не хотим, есть, это давайте, же давайте проще, вот, ну, правоохранительные органы. А куда они смотрят? Мы смотрим сами прекрасно, они сегодня охраняют общественный порядок, ничего больше не делается. Прокуратура, возбужденные уголовные дела, которые находились в судах, под арестом находились люди, их отпустили. Губернатор сегодня назначает непонятного человека, который Нестеренко, который соучредитель точно такой же с Вилкулом и с Шпеновым, Днепромлина и ряд аграрных предприятий, которые находятся в Днепропетровской области. Ну, мы чем-то можем говорить об этом. Сегодня есть реванш партии региона. Мы это видим четко и ясно, как это заходится, как это делается, каким образом. Поданы шесть исков. То есть у вас суды. Есть данные о том, что господин Романенко подал 6 исков сегодня, на сегодня, да, назначенным в разных... Смотрите, есть 6 исков. Я уже говорил сегодня, что есть 3 иска, которые находятся в административном суде. Из них 2 отозвали, 1 сегодня рассматривался. Есть иск в Кировском суде. Вот, как он нам... еще не рассматривался. Он рассматривался и рассматривается еще до сих пор. Как бы, но... С таким же содержанием. Иски полностью одинаковые, без всяких задоринки, без всякого всего. У меня вопрос сразу. Да. По закону такое возможно? Смотрите, то есть гражданин, обычный гражданин Украины может, имеет право подавать иски на содержание? Содержание в разные суды? Чтобы все понимали четко и ясно, юристы тоже понимают, и чтобы понимали наши горожане. Uh-huh. Для чего это делается? Это делается схема для того, чтобы запутать полностью городской совет, запутать людей, запутать юристов, запутать всех. По закону они обязаны подать, тот же Максим Владимирович должен подать иск только там, где он прописан. Он прописан сегодня в Кировском районе. Вот как он написал в иске, как он написал в данных, которые указаны в иске. Либо по месту действия. Либо по месту действия. Это Бабушкинский район, потому что городской совет находится в Бабушкинском районе. Угу. В Бабушкинском районе пока иска нет. В Кировском мы его видели. 3 увидели в административном суде. И сегодня, когда мы были в административном суде, рассматривался иск в Днепропетровском районном суде города Днепропетровска. Можете представить. Почему он там рассматривался, нам тоже непонятно. Мы сегодня были уже в 3 часа, без 15:03 были в суде Днепропетровского района. Попросили показать, ознакомиться с материалами дела. Почему? Потому что на сегодняшний день, на каком основании он туда подал. Подавать этот иск по срокам уже, как бы, извините, нельзя, потому что сроки потеряны. Даже в течение месяца был подать по поводу этого всего. Второй вопрос. После увольнения. После увольнения, конечно. Mm-hmm. Он этого не сделал. Пришли сроки все. Мало того, что он подает в разные суды это все за бумажки. Он еще раз, подача одновременно в разные суды. Не. Это противозаконно? Он может подать 2 суды. Либо по месту совершения, либо по месту проживания. Все. Остальное все, я считаю, что это незаконно. А одновременно в 2 он может подать? Я думаю, да. Я не знаю, как это можно расценивать. То есть это вот один суд это, может это одно решение вынести, другое другое. Это махинации, по которым всю жизнь жили партия региона и партия, которая с 2003 года грабила Днепропетровскую область.
грабила, уничтожала, забирала имущество, забирала у людей те вопросы. А сегодня они говорят, что они герои Советского Союза и помогают людям. Давайте посмотрим на те миллионы, которые они украли, где они участвовали в этих схемах, как они участвовали, как они Аульский водовод банкротили, по которому на 75 миллионов гривен сегодня возбуждено уголовное дело, и преступники отпущены сегодня на свободу. Почему не реагирует прокуратура, мы не понимаем. Почему сегодня не реагирует милиция, не понимаем. Общественники сегодня вышли на улицу. Это, я вам скажу честно, мне очень было приятно видеть очень много партий, очень много общественников, которые пришли поддержать сегодня городской совет и власть, которая в городском совете находится, для того, чтобы не допустить реванша это самое. Мне очень было, честно говоря, обидно, почему не было сегодня партии блока Петра Порошенко. Почему их там не было? Мне кажется, есть сговор партии Порошенко, есть сговор конкретных людей с областной администрацией. Это назначение, опять же, повторюсь, Нестеренко, который назначен, а он, вы знаете прекрасно, был замом губернатора при Вилкуле и при Колесникове. Вон. И он участвовал в разгоне наших людей, которых побили на Майдане. Почему сегодня те дела, которые находятся, до сих пор не расследуются? Вопрос. Вы в прокуратуру обращались по сегодняшней ситуации? Смотрите, сегодня было написано заявление в милицию. Милиция занимается расследованием. Прокуратуру сегодня готовится заявление от городского совета. Городской совет должен обратиться. Я думаю, что депутатская группа в понедельник тоже будет готовить и заявление, и депутатские подписи собирать, касающиеся этого факта, который существует. Но что возможно дальше? Какое развитие событий? Я думаю, что мы будем встречаться с прокурором, мы будем встречаться с губернатором. Если этого не будет достаточно, мы поедем в Киев к президенту и рассказывать президенту о тех ситуациях, которые сложились. Если он не понимает эту ситуацию, и народ, который его избирал, и он не поймет и не вмешается сегодня в эту ситуацию, я думаю, народ ему скажет свое «нет». Вот те люди, которых мы увидели сейчас на экране, которые там вот и журналистов не пускали, и там общественников сдерживали, да, так, я так поняла, наши журналисты документов не увидели, ничего не добились. Вы знаете, что это такое? Вы знаете, не добились, я думаю, 100%, что эти люди уже выпустили, и они уже ушли, установили. То есть этих людей личность. Задержали? И отпустили, думаю. И личности установили? Установили там, и отпустили, думаю, 100%. Мало того, я вам скажу, что компания, которую назвал сегодня наш участник процесса, судья Степаненко, которого он возглавлял в свое время и показывал ситуацию, как оно, что было. Угу. Вот, фирма «Арис», фирма «Крок» участвовали 26 числа вот, возле областной администрации. Я не понимаю, почему прокуратура до сих пор это не учла, это не посмотрела. Это люди этой фирмы или это конечно. Конкретно вот эти люди, которые были сегодня? И эти люди, я думаю, в масках, если посмотреть и привести людей, которые были на Майдане, которых преследовали, преследуют до сих пор и угрожают людям. Люди должны отвечать за те поступки, которые сделали. У меня есть троюродный брат, которого побили, лишился зрения, осталось у него зрение 30%. Он пролежал в больнице Мечникова, если знаете, прекрасно вы показывали сюжет «Синица». Вот. Он сегодня лечился в Польше и все равно зрение не возвращается. Почему-то не расследуются эти материалы, дело тоже. Почему-то всячески затягиваются. Видео доказательств масса, ну вот я сегодняшнее дело имею в виду. Вы знаете, ввиду, был да? прокурор Федек такой, вот, который договорился с Вилкулом и решали те вопросы, которые были. Отпускали людей, не хотели закрывать людей. Он крышевал этот бизнес и он понимал ситуацию, что с этого бизнеса, с этих компаний, которые на сегодняшний день были привлечены, от этих компаний, которые расхищали государственное имущество наших горожан, наших людей, бабушек, дедушек, которые всю жизнь откладывали деньги, платили за то, чтобы можно было этим имуществом пользоваться потом. Вот понимаете, они их просто позабирали у людей. А очень что это противно. За схема? А схема очень интересная, где Максим Романенко является учредителем, а Степаненко является директором. Схема, где четко, конкретно показано, что сегодня фирма «Норма Харьков», сегодня есть фирма, которая занимается и покупает имущество. Четко, где видно, что Степаненко там работает директором, где Романенко там есть учредителем. Кроме этого всего, есть вытяг из Держреестра, который четко показывает, что Романенко есть учредитель на то время. Вот, Степаненко есть, директор этого самого. Это конфликт интересов. Мало того, я вам скажу, в Днепропетровском суде аналогичный иск рассматривается таким же судьей, который называется Воздвиженский Александр Леонидович. Я вам скажу честно, что этот Воздвиженский, который в Днепропетровском суде рассматривает это дело. Это вот был, еще один из исков, да, который будет рассматриваться 30 числа в Днепропетровском. А сроки? Вы же говорите сроки. И сроки, и прописка, и все остальное. Там масса нарушений есть. Но вы же видите, открыли заседание сегодня, тоже рассматривают. Точно так же рассматривают и в Днепропетровском суде. Этот судья был юристом Романа, Романенко Максима.
прошлом. В прошлом, да. Сейчас он является судьей. Они разложились по всем судам. Это суды и административные, это суды и Кировки, это суды Днепропетровские. В каждом суде есть их представители. Даже в апелляционном есть у Мартыненко. Такие же люди, которые сегодня отстают интересы. Я думаю, что сегодня экспертная группа юристов займется отслеживанием тех людей, которые были связаны с Вилкулом, с Романенко, и показывать будут эту информацию всю Верховную Раду на комитет, и будут показывать информацию, касающуюся этих людей в высшую комиссию по судьям. Эти все жалобы, эти иски, которые сегодня, на сегодняшний день, смотрите, Степаненко судья рассматривал в административном споре, государство подает от налоговой инспекции Бабушкинского района, подает иск взыскания с компании Терра Консалтинг, которая сегодня принадлежала Романенко, и Степаненко был там директором, подает иск. Этот иск попадает на Степаненко. Степаненко рассматривает иск, отказывает налоговой инспекции взыскание этих задолженностей. А эти деньги могли пойти куда? На ремонт подъездов, на ремонт улиц, на ремонт дорог, на пенсии, на доплаты пенсий и все остальное. И этот иск удовлетворяется Степаненко в полном объеме. Вот смотрите, задовольняя позов. Терра Консалтинг оставляет эти деньги, которые... Обжалование есть? Обжалование, естественно, нет. Налоговая не подавала в апелляцию. Не очень много времени и остается. Одну секунду, да. По Днепропетровскому. Этот человек Воздвиженский был и был раньше на то время ликвидатором по многим вопросам, которые касались тех или других предприятий. Вот Аульский водовод 75 миллионов гривен именно через компании, которая есть Апостоловская Агромаш, которая есть учредителем компании Днепро Мосбогачення, которая сегодня выступает кредитором по этому. Есть решение суда, где указано, что Воздвиженский сегодня назначен арбитражным управляющим. Арбитражный управляющий назначает та компания, которая есть задолжником. То есть связь между этой компанией и этой, Апостолмаш, есть засновником пан Романенко. Это есть в выставке и доказано это точно так же. Он есть тоже заинтересованным лицом. Человек, который занимался юридическим обслуживанием одного человека, банкротит Аульский водовод, банкротит наши водоканалы, загоняет долги для того, чтобы их приватизировать. Вы считаете это правильно? Я считаю, таких людей не только нужно не пускать к власти, а таких людей нужно садить в тюрьму. Она очень долго. Потому что это люди работали, некоторые работали по 100 лет, по 90 лет, для того, чтобы в городе Днепропетровске были и водоканалы, и трубопроводы, и все остальное. И лифты работали, и дома строили. А сегодня эти люди просто являются расхитителями. Я не знаю, куда смотрят сегодня прокуратуру. Я хотел бы обратиться и в прокуратуру вот сейчас, и обратиться в милицию, и к президенту. Я вот сейчас на телевидении говорю о том, что я хотел бы, чтобы по этим фактам, по возбужденным уголовным делам, по всем остальным, тщательно провели расследование и наказали виновных. Наказали виновных по этим вопросам, по этим схемам, которые были заявлены, показаны. Я знаю, что обращались и в прокуратуру, и к президенту обращался Геннадий Ильич Корбан по этому вопросу, что люди, которые сегодня расхитили коммунальную собственность, должны быть наказаны. Ну, есть сейчас, вот есть факт, уже вы обратились. Я хочу уточнить, господин Нестеренко, он назначен уже официально? Господин Нестеренко был назначен официально еще уже в прошлую пятницу. Губернатор подписал соответствующее распоряжение, выдали ему удостоверение, насколько я знаю. Уже потому что я забирал трудовую книжку с областной администрации. Вот, я знаю точно, что этот господин назначен, и ему выдали удостоверение. Угу. Вот вы сказали о том, что есть у вас такое подозрение, Вилку... Просли в области. Вы знаете, после объединились. Вы подозреваете в том, что блок Порошенко и... Вы знаете, после поездки нашего губернатора в Кривой Рог, Александр Юрьевич Вилку находится в областной администрации. Это вот полная четкая информация, которая находится он там. После среды до воскресенья, до субботы включительно, каждый день по 2-3 часа они сидят губернатор, общаются по этим вопросам. После этого идут назначения замов, Новомосковская РДА, да? Помощника Нестеренко, вызывают Мороза и говорят, извините, вы сегодня подчиняетесь Нестеренко, и он куратор ваш негласный. По главам райадминистрации назначены кто? Вы знаете, есть парадокс. Кто назначен пока глава администрации, официально на сайте я еще не видел, но я вам скажу ситуацию другую. Те люди, которые сегодня сделали блоку Порошенко большой плюс в
плане, как бы вам сказать, ну, те районы, которые дали, например, по 23% голосов, их там, уволили. Где выиграл блок Порошенко, там, где на выиграл выборах, блок Порошенко, да, на выборах, да, и там на сегодняшний день тех глав администрации побирали. А там, где выиграли регионы, все пооставались и до сих пор это руководят. Это в каких районах? Вы можете назвать? Давайте возьмем Павлоградский регион. Давайте возьмем Криворожский регион, там Апостолово, конечно. Да? Пятихатки, которая сегодня тоже назначен человек, тот же, который и оставался. То есть есть ангажированность, и видно, это четко и ясно. Я считаю, что сегодня, как приходил Игорь Валерьевич Коломойский к власти, он взял общественников и говорит: ребята, вы подавайте тех людей, которые есть. Вот подписи соберете, проголосуете, как оно будет, так и есть. Мы не выдвигали ни одну свою кандидатуру. Не было тех людей, которые мы там рекомендовали. Были ошибки и у общественников. По Магдалиновке я точно знаю, что назначили... Партийных назначений не было. Партийных назначений не было. Не было никаких квот, не было никого. Дали возможность общественности назначить. Общественность была активна, участвовала. Каждая там партия, каждая общественная организация подавали свои списки, подавали людей, подписные листы. И за некоторых людей было очень много подписей. И я не знаю, чтобы был какой-то негатив или какие-то были сварки. Мы понимали ситуацию, что сегодня общественность сделала то, что сделала. А сделала она очень много для Украины. Она остановила вместе с нами войну в Днепропетровской области. Потому что благодаря этим активистам, которые на сегодняшний день есть, мы живем спокойно в Днепропетровской области. То есть вот эти факторы свидетельствуют о сговоре, да, вы считаете? 100%. У меня, я вам еще могу сказать дальше. Вы говорите, есть ли давление или нет, то есть давление однозначно. Почему? У меня помощника вчера, позавчера ночью разбили на машине 2 стекла и порезали колеса. И угрожали ему сегодня опять в суде, что ты дождешься, что тебя точно не будет. Давайте уже заканчиваем на сегодня. Вот в какое время следует ждать, я не знаю, решение прокуратуры? Вот вы сейчас написали или напишите только? Вы знаете, я вам скажу честно, мне было очень обидно. Должно когда... последовать решение, когда, как быстро? Вот я сейчас отвечу на этот вопрос, смотрите, и вы поймете, о чем я говорю. Назначали нового прокурора. Он пообещал встретиться с людьми, с общественностью, со всеми через 3 дня. До сих пор он с ними не встретился. Было. Сколько прошло уже после Ну, давайте посмотрим. Наверное, уже дней 10. Хотелось бы все-таки, чтобы он с общественностью выслушал их мнение, посмотрел документы, которые предоставляют и депутаты городского совета, и общественность, и те люди, которые сегодня имеют отношение, скажем, и к городскому совету, и к городу, и к области. Те люди, которые переживают за Днепропетровскую область. Это вы хотите сказать, что все по очереди, да? Сначала встреча с общественностью. Мы готовы встретиться со всеми. Открыто дискуссировать, общаться. Я имею присутствие ввиду... камер, не так, как боятся судьи, прячутся от камер, от телевидения. Мы готовы общаться и рассказывать о тех ситуациях, которые существуют сегодня. Ну что, будем ждать тогда. Я думаю, что мы пригласим точно на и пресс-конференции, на все остальные вопросы. Вот. Но я думаю, что наша общественность, наши люди 30 числа... Ну, 30-го следующий суд. 30 числа пойдем в Днепропетровский районный суд, посмотрим, какая будет там ситуация, как будет вести себя судья, поймет ли он то, что он заинтересованный человек точно так же, как и это самое, поймет ли, что там пропущены сроки, поймет ли он то, что сегодня подача иска нет обоснования, потому что он прописан в другом районе. То есть все это факторы, и это факторы складываются. Я думаю, что по каждому из этих судей мы будем обращаться лично за помощью народных депутатов, с помощью общественности к и президенту, я думаю, и к Верховной Раді, і к Вищій політкомісії. Ми почуємо від вас подробиці найближчим часом, я сподіваюся. Дякую, дякую за участь. Я ще раз нагадаю, гостем нашої студії був Олексій Салкович, депутат міськради. Ми говорили про хід сьогоднішнього засідання, яке відбулося у Дніпропетровському окружному адміністративному суді щодо розгляду справи про відновлення на посаді Максима Романенка.